Зиму пережили. Снег активно тает, а вместе с тем стал виден мусор. Кажется, у наших людей честолюбие не занимать, потому что грязи на улицах города очень много. Сейчас не чистый, раньше был лучше. Чище, сейчас очень грязный. Местами чистый, местами не чистый. Хотела бы, чтобы было лучше, красивее и чистее. Для того, чтобы было лучше, уборкой города занимаются коммунальные службы. Но не всегда у них получается делать это быстро. Поэтому необходимо, чтобы люди тоже выходили на улицы и помогали им с уборкой. Ну и, конечно, предприятия, чтобы следили за чистотой своих территорий. Дворники убирают, но и люди тоже плохие за собой не убирают. Так, ну, тоже нельзя. Сами для себя живем, а не хотим чистоты. Вы будете участвовать в субботниках? Обязательно. Мы хотим, чтобы в городе, как всегда было раньше, было чисто, ухожено, красиво очень. Буду, наверное, около дома, около своего, где проживаю. В субботниках буду. Готовится уже субботник, я просто не знала. Мне некогда, у меня детей много, они маленькие все. Наверное, нет. Нет. Почему? Работать буду. Будет ли наш город красивый и ухоженный, зависит от каждого из нас. Месячник благоустройства продлится до 26 апреля, поэтому все на субботнике. Дежурные по городу Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Видное ТВ.